Ну что, ребята, вот такая у нас погода. Смотрите на елочку. Мои тюли улетели. Смотрите, какое ветрище. Блин, елки-палки, как снять. Ветер, короче, сильный. Сильный дождь. Вот такую погоду на рыбалочку ездить и испытывать эхолот что-то мне не хочется, друзья. Потому что улетит мой эхолот вместе со мной. Вот, ребята. Так что, сори, не поехал я снимать. Будем снимать что-нибудь дома. Ладно, что-нибудь сниму, покажу, смотрим. Ну что, ребята, показал вам, какая погода. Поехать не получится. Давайте пробегимся еще раз по настройкам эхолота. Я уже когда больше осведомлен, прислал мне один подписчик, что к чему. Вот. Итак, погнали. Первое. Вот. Это чувствительность. Чем больше чувствительность, тем меньшую рыбу сможет заметить эхолот. Если у вас стоит на минимуме она, то там большую только рыбу замечает, маленькую не замечает. А если поставить там на максимум, то даже может видеть вот такую рыбешку. Дальше. Вторая. Это on-off. Включать-выключать, чтобы пикал, когда рыбу видит. Третье, что у нас здесь. Вот. Это звуковое оповещение глубины. Можно выбрать. Четвертое. Сейчас нажмем. Вот. Вот это вот. Четвертое у нас. Это яркость подсветки. Чтобы экран светился темнее, светлее. Вот. Это можно сделать. Потом. Пятое. Да? Вот у меня стоит 30%. Это скорость прокрутки диаграммы. Интересность обновления данных с датчика. Больше можно, быстрее будет катиться. Меньше будет, меньше катиться. Дальше. Следующее. Шестое. Это устанавливать единицы измерения глубины. Температуры. Метры, градусы или фунты и фаренгейты. Вот, я поставил метры. Вот, друзья, секундочку. Пока я вам рассказывал, наш эхолотик выключился. Я его включил. Вот, дальше. Диапазон глубины. Устанавливается максимальная глубина. Вот, то, что я рассказывал вам, да, сейчас я вам покажу. Я ставил здесь... Можно автоматическую поставить, он сам посмотрит автоматом, какая глубина. А потом уже вы можете делать. Потом, дальше, называется выбор режима показа. Рабочий режим или симуляция. Вот, то бишь, вот, work это получается у нас, секундочку. Тра-та-та, тра-та-та. Work это рабочий режим, а симу это симулятор работы эхолота. То бишь дома можно показать вам, как он работает, как он ищет рыбу. А уже второй диапазон, это уже на самом водоеме. Дальше. Нот фильтр. Вот такой вот последний. Это шумовой фильтр. Например, пишет, чтобы устранить помехи от мусора и грязно в грязной воде. Ну не знаю, ребята, какой-то мусор в грязной воде устранить. Я не пробовал, но попробую. Вот. Ладно, вот вам рассказал вкратце, показал. Дома красота, все светится, все моргает, все работает. Выехал на водоем, ребята. Вот, как бы как. Снимаю видео, солнце светит, я начинаю подносить телефон к нему. Нифига не видно. Вот дома, смотрите, вот сейчас, да, отлично. Вот все видно, как, что, к чему. Но, блин, почему-то на водоеме он нифига не видит. Вот, ну вот я включил сейчас режим симуляции. Вот так он работает на водоеме. Показываю вам, как бы, я уже тестировал, такое было, да. Показывает глубину, рельеф дна, рыбка где стоит. Ну, что интересно, да, вот на коробке, было не на коробке, коробка вот, вот. Там было нарисовано, что мало того, что он показывает на глубине рыба, он показывает там биг, большая, там маленькая, средняя. Показывает еще размер рыбы. Здесь, конечно, этого нету. Он только показывает, на какой глубине стоит. Ну, что я вам хочу сказать. Ездил я на водоем. Там, ну как там, обводные канавы вокруг поля. С речки идет шлюз. Перекрытая обводная канава. Шлюз открывается, вода с речки стекает. Сейчас у нас разливы большие. Вот. И как бы рыба заходит. Я его закинул. Там метр глубины. Начал показывать 0,8-0,9, 0,8-0,9. Вот. Как бы рыбка есть. Первый раз лоханулся, да, выставил 120 метров. Там максимально можно выставлять. Вот, я поставил 120 метров. У меня эта шкала была вот посюда вот.
И вся рыбка на дне там, ну, сантиметр сверху, только показывал, думаю, елки-палки, как, сантиметр сверху пустоты, ноль, а дальше все, идет уже дно. Как смотреть, что смотреть, ну, потом прикинул мозгами, что я лоханулся, что на водоеме второго глубина, там, 3 метра максимум, ставить 120, это, конечно, великовато, вот. Научусь, пытаюсь, хотел сегодня показать, не получилось, вот. Ну, я съезжу на выходные, я как его тестировал? Я его закидывал, он показывал, где рыбка стоит. Ну, следующее видео, обещаю вам, это будет сегодня у нас среда, в субботу. Я выезжаю на рыбалочку, беру с собой супер насадки, супер приманки, которые я вам до этого показывал. И снимаю видео, допустим, он показывает, там на 1.30 м стоит рыбина. Я закидываю удочку и проверяем, есть там рыба, нет там рыбы, клюет, не клюет. Вот как-то так, друзья. Ладно, все, меньше слов, больше дела, как говорят мои подписчики. Кстати, спасибо вам большое. Нас с каждым днем все больше и больше, ребята. Так что ждем субботы. 3 дня осталось. Будет пробный выезд. Не только тестирование, а уже с результатом. Вот как-то так. Будет интересно, будет весело, задорно. Обещали с моими друзьями поехать. Там прикольные люди. Будет вам интересно посмотреть. Вот. Ну а при концовке видео, которое я снимал вчера, там где... Ни черта не видно, ну, чтобы показать вам хотя бы, что я пробовал. Я, ребята, езжу, я не то, что там обмануть вас, вот, не был, потому что не хочу. Ребята, не так. Ездил, снял, показал. Смотрим, да, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем грозные комментарии. Все у нас будет круто. Вот так, вот так. Обещаю, посылочки на подходе новые. Там столько прикольных вещей, ребята, вы не представляете. Будут раколовки. Блин, раскрыл секрет. Ладно, все. Смотрим. И подписываемся. Кто не подписан, тот, извиняюсь, вам, друзья, расскажут. Пока-пока. Такая вот канава. Вот, друзья, шнурок. Закинул я наш эхолот. И, блин, солнце отсвечивает. Нифига не видно. Не знаю, как я снять вам видео. Блин, ладно, наловчусь как-нибудь, может, сниму. Черта не видно, блин, солнце отсвечивает. Клееночки. Может, ее снять, лучше будет видно.